Кинга. Серьезную музыку они выбрали для своей короткой программы. Иоганн Себастьян Бах, сюита Баха. Удачное получилось приземление после последнего элемента, после этой подкрутки, и ну, как бы так воткнулась в лед Стейси Кэмп, но что падения не было. А вот здесь неудачный выезд на параллельном прыжке. Восторгу трибун выброс тройной Ридбергер весьма удачным получился. Напомню, что пока лидирует...